Современная эпоха, в которой живет человек, стремительно развивается, и это сильно меняет наше существование. Напряженный труд, высокая интенсивность темпов жизни, отягощение давлением со всех сторон и масса других негативных факторов постоянно подрывают наше психическое и физическое здоровье. И хотя мы стараемся поддержать состояние своего здоровья с помощью рациональной диеты и лекарственных препаратов, тем не менее, более важным аспектом является выработка правильных положительных привычек в организации нашей повседневной жизни, соответствующих законам природы. В древности люди говорили: «Хороший и глубокий сон без волнения и тревог – это лучшее лекарство от всех болезней. Бессонница, подавленность и удрученность – причина всех недугов. Человек проводит во сне 1/3 своей жизни. Плохое качество сна в течение длительного периода времени приводит к нарушению проходимости кровеносных сосудов и так называемых каналов Динь-Ло, что является причиной преморбидного предболезненного состояния организма, а также причиной возникновения целого ряда заболеваний. Таким образом, очевидно, что сон играет чрезвычайно важную роль для сохранения здоровья. Тяньши разработала целебный матрас «Здоровый сон» на основе теории китайской традиционной медицины о каналах Динь-Ло. В сочетании с современными научными технологиями, центром которых является звезда энергии Тяньши. Так называемая звезда энергии Тяньши содержит в себе магнитные материалы и ацетилен. Она способна статично и упорядоченно, непрерывно, устойчиво и гемологично излучать силовые линии магнитного поля, отрицательные ионы и дальнее инфракрасное излучение. Силовые линии магнитного поля представляют собой магнитную энергию, которая весьма эффективно способствует улучшению кровообращения и снятию усталости. Звезда энергии Тяньши способна выпускать магнитную силовую линию мощностью от 400 до 800 гауссов, которая чрезвычайно соответствует потребностям организма и превращает матрас в 360-градусную стерео-биомагнитную кабину. Природные анионы, то есть отрицательно заряженные ионы, обладают положительными свойствами, благодаря которым они прославились как витамины атмосферного воздуха. Анионы свободно абсорбируются кожным покровом тела и очищают внутреннюю среду организма, поддерживают в организме слабощелочной уровень жидкостей и эффективно балансируют состояние нервной системы. Звезда энергии Тяньши непрерывно излучает анионы, улучшает качество воздуха в помещении, отведенном для сна, создает комфортные условия для отдыха, восстанавливает психическое и физическое здоровье человека в спокойной обстановке. Солнечные лучи, испускающие дальнее инфракрасное излучение с длиной волны от 4 до 16 микрометров, называют биогенетическими лучами или лучами жизни. Они легко поглощаются телом, эффективно улучшают микроциркуляцию организма, оказывают воздействие, идентичное тепловой терапии. Непрерывное излучение дальних инфракрасных лучей звездой энергии Тяньши, соответствующих потребностям организма человека, доставляет спящему человеку комфортное ощущение солнечной теплоты. Целебный матрас «Здоровый сон» создан на основе научно обоснованного проектирования его внутренней структуры, содержащей материалы высоких научных технологий, обеспечивающих двойной оздоровительный эффект. Верхний слой изготовлен из трехдименсионного жаккардового трикотажного материала, мягкого и гладкого на ощупь, с нежным блеском и антистатическими свойствами.
Анионный хлопок ковровой вышивки одновременно излучает анионы и далекие инфракрасные лучи и тем самым усиливает оздоровительный эффект. Хлопковая полотняная ткань с параллельно расположенным материалом звезды энергии Тяньши одновременно излучает магнитные силовые линии, анионы и дальние инфракрасные лучи. Бамбуковая фибра, входящая в состав ткани, прекрасно поглощает вредные вещества, устраняет неприятный запах, очищает воздух. Подложка матраса из узорной ткани в прямую полоску отличается износоустойчивостью, а также дезинфицирующим свойством. Целебный матрас «Здоровый сон» искусно соединяет три в одном – функции магнитных силовых линий, анионов и дальнего инфракрасного излучения, одновременно осуществляет намагничивание, подзарядку и оксигенацию, то есть кислородную терапию организма человека. Длительное пользование улучшает функционирование сосудов, стимулирует метаболизм, балансирует кислотность и щелочность тела, повышает уровень содержания кислорода в крови и способность энзимной системы, способствует регулированию кровяного давления, жира и глюкозы крови, усиливает биологическое магнитное поле, успокаивает нервную систему, улучшает качество сна и повышает иммунитет организма. Целебный матрас «Здоровый сон Тяньши» регулирует функционирование каналов Тяньло, улучшает сон. Это приобретение – залог вашего будущего здоровья –